Могилевская область отсветковала дожинки. Столицей галунага Восинского свята хлеборобов сёлета стал старожитный Мстислав. На областный фестиваль «Кирмаш» собрались те, кто плённо працевал весь год. Повиншовать со святым и подяковать аграрию приехали жихары из усей области и шматликие гости из соседних регионов Беларуси и России. Подробязности у наших корреспондентов. Что такое соправдный отпочинок, разумеет только той, кто працевать умеет, кажут удельники дожинок. Для героев жнива свято почалось с урочистого шествия, а жихары и гости Мстислава ушановывали хлеборобов. Мы получили в сельхозорганизациях 1 020 000 тонн зерна, значит, при урожайности 33,5. В целом на уборочной кампании этого года у нас участвовало более 5 000 человек. В республике на один зерноуборочный комбайн свыше 4 000 намолотили 4 комбайнера, в том числе в нашей области их двое. Первые по намолоте – аграры и Шкловщины. 122 тысячи тонн. Другое место за Могилевским районом. Благодаря людям, тем, которые сделали этот результат, провели эту кропотливую работу. Самое главное – люди. Спасибо им. Ну, у меня по своему, сколько я работаю, 30-я была уборочная. Ну, а удается намолотить, это еще зависит от урожая, от погоды. Ну, и от техники, конечно. Это, ну, и слаженная работа у всех экипажа. Однако дожинки – это не только официальная церемония. И покуль працовники отрымливали узнагороды, гости кермашу святковали разом с усёй областью. Дарэчы, телеканал «Беларусь-4» Могилёў вёў прамую трансляцию церемонии узнагароджання дажынкі 2016. Паўтор трансляции глядите 2 кастрычніка у 14:25 на телеканале «Беларусь-4» Могилёў. Павел Савіцкі, Александр Артемьев, «Новин регион».